И всем привет, здесь Алиме, ребята, и сегодня это новая рубрика на моем канале, подкаст, ребят, вы знаете, что подкаст идет там где-то больше 2 часа или час, ребята, но это такой мини-подкаст, где будет 15 минут или 20 минут, и сегодня у нас в гостях мистер блогер, то есть Коля, думаю, вы ее знаете, если вы не знаете, то переходите по ссылке в описании на его канал, тоже подписывайтесь, смотрите его, и сегодня он у нас в наших рубриках, в рубриках первой, и у нас первый гость, ребята, давайте сегодня мы на него будем задавать. Мы уже написали опрос, то есть написали своим подписчикам в телеграм-группах, чтобы они нам задали вопрос на мистера блогера. Давайте мы сегодня ему зададим вопросов и узнаем, что же он скрывает от всех, от публики, ребята. А давайте мы уже не будем томить и начинаем. Привет, Коля. Вот у нас уже привет. Коля, мистер блогер. Всем привет, ребята. Короче, у меня уже есть свой самый первый вопрос, и мне очень интересно, где ты живешь, то есть где ты родился, в России или Украине? Украине. В Украине. Ладно, ну, короче, он ответил, он живет в Украине, ребята. Конечно, я хочу, чтобы был мир спокойней, и я всегда за мир. Потом, короче, да. Ладно. Короче, ладно, задаем второй вопрос. Правда ли, что твое имя Коля? Да, это совершенно правда. Ладно, сколько тебе лет? Ну, мне в целом почти 12 лет. 12? Да. Ребята, чтобы вы понимали, я только что узнаю ее реальный возраст. Я до этого вообще не знал ее возраст. Я думал, что ему где-то 15-16 лет, а я ему только узнаю, что ему уже 12 лет. Но ладно. Короче, я уже прочитал первый вопрос. Как ты придумал свой ник? Или там по-другому. Ну, короче, как ты придумал свой ник? Да, мне вот я хочу сейчас перед ответом сказать то, что вот мне тоже вот мои подписчики писали, это вот в моей группе. В целом, вот у меня самый первый ник на этом канале был, получается, просто блогер. Я типа хотел что-то такое там, ну, с названием блогер, и такое думаю, ну, типа просто, ну что тут просто. Поэтому, ну, мне просто пришло в название вот мистер, и я это совместил, получается, типа получилось мистер блогер. Как-то так. Получается, список у мистера Биса, мистер. И все, и добавил в блогере, и все. Ну, короче, ну, ладно. Не совсем так, ну, короче, можно и так считать. Ну, короче, если ты так думаешь, то в целом можешь так думать. Нет, просто это было шут. Ну, у меня было еще... Ну, у меня был еще один вопрос, я ее забыл, сейчас вспомню, подожди, я реально забыл, что вы понимали, я свои видосы, то есть, которые я придумываю, и я просто пишу на своей заметке, и просто я забываю, у тебя тоже такое бывает. Ну да. И просто, там, когда ты без заметки, ты там не пишешь, ты всегда, когда снимаешь ролик, у тебя только в мозге, я не должен забыть этот ролик, я не должен забыть этот ролик, я не должен забыть этот ролик, и все. Больше ничего. Ну да, бывало такое. У меня вопрос был, я реально забыл подать. Будет еще ли коллаб со мной? Или же с другими роликами? Нет, будет ли еще коллаб со мной? И будет и еще придешь ли на подкаст? Ну, в целом, если накопятся достаточно интересные вопросы, то почему бы и нет? Ну да, почему бы и нет, нет. Как ты познакомился с Бимбо 2? Ну, или Бимбо, ну, короче. Да, кстати, он на своем канале такое, типа, снимал, и в целом тут нету никакого секрета, просто тогда, когда я создавал, получается, свой телеграм-канал, тогда он еще до этого смотрел мои видео, и он просто перешел в мой телеграм-канал и захотел как-то там дружить со мной. Вот, и вот так вот я в целом с ним познакомился. Потом начинал с ним снимать совместные видео и вот так вот в целом подружил. Ты хотел бы снимать ролики с Личи, Бинго или же Олимбеком? У них, вот, у тебя есть один выбор из трех, с кем бы снял?
Ну, в целом они втроем довольно-таки прикольные. Ну, к примеру, без Бинка бы хотел. Бинго, а я вот с Личей. Он нормальный парень, я с ним пообщался. Не, я, конечно, понимаю, но была одна ситуация, почему лично с ними я не хочу это все снимать. Вот. Поэтому так. Можно рассказать? Ну, ребята, этот фрагмент я выложу на свой телеграм-канал, и туда подписывайтесь. И этот фрагмент тоже выложим на телеграм-канал мистера блогера, туда тоже подписывайтесь по ссылке в описании. Этот фрагмент вы можете увидеть на наших телеграм-группах. Как ты относишься ко мне? Ну, к тебе в целом хорошо. Я помню то, что ты как-то вот часто прям писал комментарии там. Ну, я как-то там еще как-то стрим делал. Вот, последнее время ты, конечно, прям поднял подписчикам. И, ну, в целом нормально отношусь, потому что в целом ты раньше присутствовал на моем канале, поэтому все нормально. Я хочу тебе сказать, что я просто такой был конкуренция между нами, но ты точно не знаешь, ну извини, помнишь, когда набрали 1000 подписчиков, и у нас там был такой разрыв, то есть ты первый раз выходил, у тебя собиралось больше, а у меня осталось потом, у меня собиралось потом, у меня оставалось потом, ты собирал, и момент, я просто чувствовал конкуренцию, и я хотел просто выиграть, а сейчас я просто так. Пофиг, ну соберет, пусть соберет, я просто рад. Ну, понимаю, понимаю. Ну ладно, давайте перейдем к вопросам подписчика. Вопрос от твоего подписчика. Какая твоя любимая машина? Ну, в целом, машин в мире очень много. Я даже не могу ответить на этот вопрос, потому что, как по мне, каждая хорошая. Поэтому я... Ну да, я согласен, но мне нравятся тачки, короче, из Rolls-Royce нравится, Tesla нравится, мне нравится BMW, Mercedes, потому что они самые классные, и там, какой тачка, я не сказал, Mercedes, BMW, Rolls-Royce, ну, Rolls-Royce там шикарно, богато, выглядит очень круто, Да. электрокар, там еще одна компания была, ну, короче, не помню, и мне еще тачки нравятся из этого. Ай, блин, Бугатти еще начал нравиться, и этот нравится, да блин, я как там название забыл. А, кстати, Коля, ты слышал про Гранд Бабал? Нет. Тогда я сейчас тебе расскажу. Встречайте проект под названием Grand Baba. Это онлайн-рпг, где ты можешь стать кем угодно. Хоть бомжом, хоть стать самым успешным блогером, или же стать бизнесменом, или же защитить свою страну и стать солдатом, или же стать генералом, или же пойти по криминальному пути и стать мафией. И тут очень удобно управление, которое ты можешь привыкнуть за несколько минут, или же настроить под себя это управление. И тут очень удобно, очень красиво, очень ультра-графика, которую ты можешь поставить, и у тебя просто FPS никогда не снижится. Тут очень большая и очень огроменная и свободная карта, где ты можешь сделать что угодно. Хоть, не знаю, там, валяться на улице или же на дороге просто. Или же купить дом и тачку и там на своем диване лежать и смотреть мои ролики. Кстати, на моем стриме, который был в субботу, я создал свою семью за 1 000 000 рублей. Если хочешь попасть на мою семью, то пиши по ссылке обзоре на мой ВКонтакт, и я тебе добавлю свою семью. И качай Grand Mobile по ссылке в описании и введи мой промокод Алим. И чтобы получить это подарки, подними Battle Pass до 5 уровня и получи крутые бонусы. Grand Mobile. О, очень крутая игра, супер. Да, ребята, по ссылке в описании переходите и скачивайте, ребята. Кстати, сегодня я хотел сделать стрим, но у меня, кажется, сейчас идет все-таки ролик друг важнее, чем стрима, ребята. Но думаю, после ролика обязательно сделаю стрим. Ну, короче, я хотел тебе задать вопрос. Какой вопрос хотел задать? Я просто опять забыл. Да, я сраных возраст, просто склероз, да, сраных возраст, склероз. Нет, просто вот пока мы с тобой тут болтали, мне вот в группу подписчик один вопрос задал. Я могу, если что, прочитать. Скажи, когда будет совместка с Бинго? С Бинго? Да.
Слушай, чтобы сделать совместку с Бинго, нужно минимум иметь 200 тысяч подписчиков. Или, ну, короче, я ему написал, что я хочу сделать с ним коллаб, а он что, знаешь, что я ответил? А. Я не буду, ну, короче, он не сказал прям, что я не буду. Я сказал, давай дружить, давай сделаем коллаб. Он сказал, круто, ты сделаешь пародию на нас. И я, и говорит, я ему говорю, давай дружить. А он говорит, у меня есть только один друг, Алимбек, а ты ее сплагиатал имя. Я говорю, я ему сказал, я, ну, помнишь, это времена, ну, не знаю, как ты помнишь, ну, короче, там старые времена, раньше Алимбек снимал по Касту Андреда, когда-то там, в 2015 годах, и мне, я просто безумным фанатом был, я его каждый ролик смотрел, и я, мне просто понравилось, и спустя там 3 года или 4 года мне тоже захотелось вести YouTube-канал, и свой YouTube-канал назвал в честь нее, а в это время я просто офигевал от Rolls-Royce и добавил RR, ну, я ему так объяснил, а он не хочет. И минимум нужно тебе, и он думает, что, я думаю, что сам, он не хочет со мной сделать коллаб, потому что у меня очень мало подписчиков, если я сделаю с ним коллаб, у меня поднимется просто подписчики. Ему минимум нужно 200 подписчиков. Я в целом не знаю, это, наверное, из-за того, то, что он думает, ну, типа, ты сплагиатил, потому что вот я знаю одного человека, Квантум, он тоже как-то с Бинка снимал коллаб, вот, и у него даже... Ну, короче, у меня тоже есть племянник, у него просто ноль подписчиков, я с ним тоже снял ролик, потому что он племянник, и просто по приколу может этот Квантум, или там, как его зовут, я забыл, и у него просто Квантум. Друг или же племянник, да, он может племянник или же может быть другом. Я думаю, то, что это просто друг. Ну да, какие-то в жизни какие-то друзья. А как ты относишься к Бинго? Вообще-то тебе задавали этот вопрос. Я просто ответил в чувствах и все. Не, мне просто задавали вопрос, типа, будет ли совместка с Бинго в целом. Пока я ему уже насчет этого писал, просто за последнее время он даже вот модером не так часто отвечает. И в целом, если он ответит, тогда будет уже известен результат. Ну, короче, я еще не знаю, он, типа, и не да, и нет, не написал, поэтому я в целом жду от него ответа. Ну, короче, я хочу сказать, что я не хочу никакие конфликты там с Бинго, и я вообще не хочу конфликта, я хочу мир, и что мы стали друзьями. Я думаю, что мы когда-то станем друзьями или... И мы же не будем, как там Кизару и Моргенштерн, там конфликт всю жизнь, Моргенштерн любит Бинго, нет, какой Бинго? Моргенштерн любит Кизару, а Кизар не любит Моргенштерна. Ну, я не хочу такого, и все просто. Кстати, я хотел тебе задать вопросик. Я просто опять забыл этот вопрос, блин. Ребята, пожалуйста, давайте соберем какие-то бунчи. Бюджет, и мне купим какое-то лекарство от сколероза просто. Или мне нужно начать витамин? Подожди, я сейчас... Вопросов, я так понимаю, много. Да. Коля, ты считаешь ли Алимбека легендой? Наверное, да, потому что это один из ютуберов, один даже из первых ютуберов по игре «Симулятор автомобиля 2». Да, я тоже считаю легенду, и я хотел бы с ним записать какой-то ролик, и да, совместку я хотел бы. Так что, ребята, давайте отмечайте везде хэштег «Алимбек, сними ролик», то есть коллаб с Алимбеком РР, твоим младшим братом, и с Колей, мистером-блогером, вот. Чтобы он увидел, ребята, давайте сделаем рейд. Да, Коля? Да. И это будет офигенно снимать ролик с легендой просто. Офигеть. Да. Коля, как ты относишься к новому обновлению? Как ты считаешь новое обновление? Обновление в целом довольно-таки крутое, но есть один минус, то что в целом много чего супер не добавили. Да, дрифт добавили, новые автомобили добавили, супер графику добавили, но вот насчет того, то, что обновление не было аж 4 месяца, это, конечно, минус. Ну, разработчиков тоже нужно понимать в этой ситуации. Ну, короче...
Что ты хотел, если ты был бы разработчиком Car Simulator 2, что ты хотел бы добавить в Car Simulator 2? Я бы вот, наверное, прислушался к игрокам, потому что, ну, в целом, разработчики Open Games, да, они следят за игроками, там, добавляя то, что хотят игроки, но не всегда. Поэтому я бы, конечно, слушал игроков, и вот, к примеру, там написал какой-то человек, там, добавь то-то, ну, я бы это добавлял. Ну, слушай, ты же не можешь всегда там слушаться подписчиков и... Не, ну, то понятно, есть... не всегда. Ну, по крайней мере, хотя бы пытаться, что ли. Смотри, сейчас же игроки просто забывают старые тачки, потому что там, хоть ты там добавят какой-то, например, раритетные тачки, и там он не будет с большим спросом пользоваться в игре, и зачем это? Ты же не будешь, ты не можешь даже удалить ее из игры, если удалишь, ну, то... Даже не знаю, ну тогда ты в целом прав. Как ты относишься к Vazvas 1.14, и ты ждал ли ты Vazvas 1.14 в новом обновлении? Я ждал, потому что разрабы должны были его еще добавить на 100к в группе во ВКонтакте, но в целом мне как-то все равно. То есть я не считаю этот автомобиль супер каким-то сверхъестественным, но некоторые игроки его все же ждут. Жаль, что убрали этот, блин, как там говорят? Туман. Туман, да, в новом обновлении 1.46.4, и есть два пути скачать в ZOM, или же там же есть Android, там .root, там есть, если скачать в ZOM установщик Car Simulator, да, там есть нажать оригинал, то там не работает Google Play, и этот главный минус, но ты там можешь играть, развиваться, или же скачать просто в ZOM. Вот такая два ситуация. Ну, в целом, я не знаю, типа, вообще, по идее, его вернут. То есть, зачем это все сделать? Просто разрабы ж этот туман не просто так делали, его по-любому вернут, только вопрос времени, когда. Ну, да, ну, туман офигенно там выглядело, очень классно. Угу. А ты, кстати, заметил такую фишку, что там в начале, когда выпустили бета-тест, все тачки стояли, кроме донатного, за деньги, а потом там подписчик написал, игрок, и после там обновления там уже там за чертежи, за валюту крипто там было. Да, я в целом это увидел, я даже как-то записал по этому видео, но потом думаю, я его, короче, выложил, когда это уже исправили, и смысла не было просто его уже людям смотреть, поэтому в целом я ухватил как-то вот этот пикап, короче, за монеты, я доволен. Знаешь, я этот все купил, а потом я как-то... Да, это было случайно. Ну, короче, я как-то удалил карс. А, да, я хотел снять ролик про донатную тачку. Я удалил, а потом у меня прогресс не сохранился, и мне пришлось скачать самую первую версию бета-тест 1.46.1. Когда уже этот поставили по своим местам чертежи, да? Это было 1.46.2. Mm-hmm. Я скачал снова и начал на него играть. После того, как я купил уже, а потом снова сделал обновление. Какой я гений. Ну да. 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 Думаю, что разработчики вернут этот туман. И думаю, что все станет очень круто. Ну, ребята, этот был самый последний вопрос. Ну, если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. Если хотите, что еще снимал и позвал других блогеров на подкаст, то пишите в комментариях. И не забудьте подписываться на Колю. И, ребята... Всем пока. Всем пока-пока.